Пане Олеже, чим ви займались більшу частину часу, коли знаходились в ув'язненні, і що вас підбадьорювало? Ну, во-первых, как бы я за 5 лет проехал разные тюрьмы, везде по-разному, там разные как бы, ну, распорядок раньше, разные возможности, где больше свободного времени, где меньше, как бы, да, где есть возможность там почитать, где можно то, где есть телевизор, где нет телевизора, где как бы можно погулять, поэтому там все немножко, ну, очень разнилось получается, да. Чем занимался в основном, как бы, ну, читал, я прочел, ну, книг очень много, переписывался с людьми, много работал, у меня как бы, вот я привез сумку, у меня, да, 2 сумки, с одной вещи немножко, вторая, 22 килограмма макулатуры. Это письма. Я ни одно письмо не выкинул, я все привез. Я их не буду перечислять, просто, ну, мне это недорого, я их просто хранил, потому что, ну, это дорого. Книги и тетради. Большая пачка, 15 штук, все не исписаны. То есть это тоже большая работа. Плюс какие-то вещи я уже первые годы не выводил, но наружу, как бы, да, а в последние годы вывел. И сценарий, как бы, да, скоро пойдет в работу новый, и который я еще выслал в начале этого года. И 2 книги. Одна вот издается, «Маркетер», 22 сентября, вот издательство «Старого Лева». Во Львове будет презентация, новой книжки, сборник рассказов. Я буду на ней присутствовать. Вот. И еще один роман, он еще просто, ну, только выгнан, ну, как слово такое называется, переслан на свободу, он еще не оформлен, как бы, его издание будет в следующем году, а это только то, что сейчас. Ну, еще там 15 тетрадок.